Ты что, полковник, детство решил вспомнить? Лёшка с внуком приезжает. Думал научить его. Да ты что? Ха-ха-ха! Ну, здравствуй, Яша. Здравствуй, Афанасий. Здравствуй. Привет, дорогой. Рад тебя видеть. Взаимно. Ну, сам-то не разучился по мячу бить? Кто разучился? Ну, кто? Ты. Я. Да. Ну, давай проверим, кто кого. Давай. Только аккуратно. Да ладно, не учите ученого, полковник. Опа. Хорошо. Опа. Слушай, так ты же не Яша, а просто Яшин. Опа. Алло. Здравствуй, Лёша. Да? Ну, ничего страшного. Ха, сердце. В порядке. Стучит. Да. Созвонимся. Что? Опять не приедут, да? Работа, говорит. Не успевает. Ну, работа – это важно. Яша, да не переживай ты, ну. Ну, мелочи. Ну, приедут в следующий раз. До следующего раза дожить надо. Нет, никуда я не поеду. Полковник, отставить траурное настроение, отставить. Ну, а традиция наша? Ты уж не ломай компанию, нас там ждут. И потом я за Васькой хотел заехать, чтоб он хоть раз в жизни вовремя куда-нибудь приехал. Яш, ну, без тебя никак. Ладно, уговорил. Вот это другой разговор. Заключительный коронный удар короля. Итак, Яша, держите пас. Ребята, проверьте, пожалуйста, микрофоны. Стулья не трогайте, пусть там стоят. Да. Угу. Так, цветы. Маша! Машенька! Я тут. Ну, где ты бегаешь? Цветы где? Там, на столике. Молодец. Так, теперь проверь у малышей стихи, и чтобы слово в слово. Особенно у этого. Мишки, как его? Гвоздикова. Именно Гвоздикова. Ступай. Хорошо. Давай. Молодой человек, это места для ветеранов, встаньте. Добрый день, я фотограф. Сказали, надо пофотографировать. А, так это вы. Очень приятно познакомиться, Татьяна Николаевна. Я Петр. Очень приятно, Петр. Я вам сейчас все объясню. Сейчас соберутся наши ветераны, и мы должны сделать общую фотографию на фоне этого памятника. Посадим их на стульчики и сделаем общее фото. А зачем на стульчики? В смысле?
Я могу выстроить хорошую композицию, ракурс подобрать. Мне надо композиции. Подождите, вы хотите из людей сделать статуи, а я вам предлагаю хорошую живую фотографию, такой честный взгляд, так сказать. Молодой человек, у нас свой честный взгляд. У нас традиция. Поэтому пусть будет все, как было. Простите, а можно вопрос? Да. А для чего вы вообще их делаете, эти фотографии? Они же одинаковые каждый год. Как для чего? Для истории, чтобы будущее поколение помнили. А вы понимаете, что лет через 20 для детей это будет, как для нас с вами, война с Наполеоном? Строчка в учебнике и все. А живая, хорошая, непостановочная фотография действительно память. Послушайте, как вас зовут? Петр. Вам деньги платят? Вот и делайте свою работу. Хорошо. Праздником! Спасибо. А вы что стоите? Васильев, Королевич, не знаете, чем заняться? Я сейчас вам быстро найду работу. Так, Яша, руки прочь от этой кнопки. Не трогать. Я и не трогаю. На каком этаже, помнишь хоть? Да разберусь. Слушай, Яша, давай так. Давай я схожу один, ты посиди в машине, потом мы вдвоем спустимся, он тебя увидит, ты обрадуется, а? Если он спросит, почему один приехал, куда Якова дел? Я скажу, не знаю. Телефон не отвечает, дома никого нет. А, проблема. А знаешь, чего он подумает? Его кондрашка хватит. Ну ладно, я придумаю что-нибудь. Ну, слушай, ну, так хочется ему настроение поднять, а? Ты мне с утра настроение поднял, футболист хренов. Откупим, полковник, откупим. Все. Так, я пошел, ты сиди в машине. И не высовывайся, а то чего доброго, через окно тебя увидят. Мужики, с праздником вас! Спасибо. И вас тоже с праздником. Спасибо. Простите, а вы к кому? Понимаешь, дочка, за товарищем я, сослуживцем. Зовут Василий Иванович. Он тут у вас на втором этаже живет, но палату я не помню. А фамилия? А, король Афанасий Семенович. Да не ваши, товарищи ваши. Володько. Василий Иванович Качапаев. Володько. Хорошо. Так, вы присядьте там на диванчиках, а мы скоро спустимся. Ага, спасибо. Авиационный комплекс «Буревестник МБ». Замыкают колонну роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр». Сегодня разработками и производством подобных систем занимаются несколько высокотехнологичных государств. Денег не будет. Ха, да ладно, если так нет. Примета такая. Ты хрен с ним. Парадный расчет возглавляет майор Виталий Горохов. О! Для перевозки миномета и боеприпасов. Ну что, нашли? Пользуется автомобиль «Минск». Где Василий? Ты понимаешь, он... Что? Что он? Он не может. Что не может? Идти не может? Да нет, но... Ну, говори, не тяни резину. Ну, поет он. Как поет? Как? В хоре? В каком хоре? Слушай, Яша, ну хор у них там ветеранов с дирижером. Может, с оркестром? И с оркестром. Одним словом, все как положено. А сейчас еще и телевидение снимает.
А что делать будем? Ждать? Ехать нужно, а то сами опоздаем. Все, садись, поехали. Погоди. Как поет? Он же глухой. Глухой. Глухой, ну не мой же. Все, полковник, садись, поехали. Угу. Маша, скоро начинаем, будьте готовы. Ха, смотри, наши уже здесь. А-а-а. Вот он придет и приготовим. Мужики, здравия желаю. О, здорово. Здравствуй, а как же дача, Гришенька? На том и стоит. Здравствуй, привет, Саша, Афанасий. Привет. Здорово, Гриша. С праздником. А ты постарел? Я не постарел. Я созрел. Ой, созрел, созрел. Здравствуйте, дорогие ветераны. С праздником вас. Надо видеть. Спасибо. Мы подготовили для вас небольшую программу. Василий Иванович будет позже, приедет к общему фото. Прошу, садитесь. Спасибо. Спасибо. Ну, идем. Слыхал? Слыхал. Все-таки приедет наш певец-то. Дорогие друзья, сегодня мы празднуем самый великий день в истории нашей страны – День Победы. И, конечно же, мы не представляем этого праздника без наших дорогих ветеранов. Именно благодаря им мы одержали победу над фашистской Германией. Огромное вам за это спасибо и низкий-низкий поклон. А теперь... Отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин» прочитает вам ученик 5 класса Миша Воздиков. Посмотри, какой перед подарок перед Василий прав, приготовил. Перед левой, перед правой. Он будет доволен. У него же коллекция. Да. Как баночка, слабо, как темная вода. Маленький концерт окончен. Еще раз поздравляем вас с Днем Победы. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну и наконец традиционное фото на память. Прошу пройти к памятнику. Присаживайтесь, спасибо. Пожалуйста. Так, алло, сюда. Наталья, Татьяна Ивановна беспокоит. Ну что, вы отправили Володько? Вы сюда, пожалуйста. Что-то Василий задерживается.
Ничего, мы подождем. Дождемся Василия, а там и ответить можно будет. Само собой. На это дело он никогда не опаздывает. Как раз к застолью и будет. Ну, как всегда. Мужики, да. Мужики, тут такое дело. Вот что я вам скажу, ребята. Да, сегодня еще один из нас ушел. Еще один. Но пока мы живы и помним, он всегда будет рядом с нами. И он, и все те, кто не вернулся с этой войны, будут стоять с нами в одном строю. А ну, встали, ребята, плечо к плечу. Гвардейцы, слушай мою команду. Равняйся. Смирно! Все-таки хороший день был сегодня. Спасибо тебе, Афанасий. Да ну, а ты еще ехать не хотел. Ты чего, Яш? Как думаешь, а завтра кто-нибудь вспомнит о нас? Ну, конечно. Дети вспомнят, внуки. Правнуки. Поздно уже. Поезжай домой. Афанасий!